именно эти расспросы, вы будете в шоке, потому что приводят к протокольной такой реальности, да, безэмоциональной, потому что эмоций там сейчас нет, и неизвестно, когда будут, а когда будут, то неизвестно какие, что первое там стоит, у кого-то гнев уже готов, да, у кого-то еще там что-то, да, может быть, и сам он не поймет еще там. Вот. Поэтому очень важно просто конкретно спрашивать, что видел, чем пахло, что звучало, кто был рядом, что он делал, чем он там. Это при любом пережитом каком-то, да. Что-то я хотела сказать.